Да, это самое. Говорит тот зарепортил сначала, а потом все остальные. Сперва Джуз уточняет, что говорит тот, кто зарепортил. Чумаш, Жорг, ты начал говорить. Потом... Ты хочешь подраться? Хочешь подраться? Погнали, погнали, вам грязь налить или без грязи? Хочешь подраться? Я вызываю тебя, знаешь, куда? На турнир. ЛС. Оба, я порву тебе жопу там. Увидимся. А потом еще поборетесь. Увидимся. Короче, сегодня Among Us и Гуси. Недавно как раз, когда сидели, знаете, с основателями легендарного события ЛС, ну, мы когда сидели, обсуждали, вот. Сколько у Дениса, я даже озвучивать не буду, я просто охерел нахрен. В 7 раз больше, чем у меня, если что. У Джуса тоже больше, чем у меня. Я вообще лох, получается. Здорово. Привет! О, почти именинник, привет. Почти именинник, привет. А типа сегодня всегда орк будет привет. Последним. А он еще, во-первых, он еще и писал, что он припоздает. Это из-за меня, извините. Из-за тебя? Жопа у него болит, мне что ли? Мне вдонатили 1000 рублей, чтобы я орка заткнул, но я орка люблю и сказал, что я сделаю так, чтобы он опоздал. А с Бьорном за что ты ему электричество вырубил? К Бьорну вообще отношения не имею. Добрый день. Привет, Аркаша. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, Аркадий. Хватит меня поздравлять. Задувай свечи. Ты потушила свечи. Загадала желание. Господа, тут добавили тоже роли. Ученый, инженер, ангел-хранитель и оборотень. Мы их включаем? Конечно, конечно. Что, вы готовы все? Ну поехали. Так, все. А я не замьютился, блядь. А ну замьются, слышь. Замьются, друг. А мне похуй. Я Амонгус. Блин, надо кнопки забинить. Изи, все, преступник пойман. Так, кто так. Это? Ну что, ребят, это Софа. Я была в оружейной, Аркаш. Какой оружейный? Где оружие? Я танцевался там, в... там не было Софы, Кейка и этого, Натахи. Все, остальные все Натахи, на виду были. Прилегал. Так, здесь камеры. Если Дмитрий был, меня прирежет на камерах, я буду ха-ха-ха-тать вот так. Пора убивать. Так. Возможно, Антоха была на камерах, просто ушла чинить кислород. Сломал шею, ушел. Блин, а ничего. А вы что, саботаж не починили? Итак, а теперь, пожалуйста, Соф, что вы там говорили, да. Вы в оружейных были? Ну да, там у меня наушка. По факту... Можно наушка? Ну, конечно, там у меня 2 задания есть, да, но я их не делала. Господи. Дмитрий Бейл похож на Амонгуса. Я готов выдвинуть вот обвинение. Это Дмитрий Бейл. Так, а почему? Подождите. Он бежал из центральной комнаты и не нашел труп. Я оттуда и не бежал. Я бежал в самом начале. Ты еще не мог стоять, смотреть на камерах. Я верю Кейку в этот раз. Я не вижу причин не верить Кейку. Я вас понял. Ладно, ладно. Размотали. Этого Амонгуса. Удачки, как говорится, бля, наберешь. Гений. Да я просто кнопки нажал случайно, и получилась вот такая канитель. Надо кого-то убить. На 6 надо кого-то выкидывать, иначе... Амонгус сделают даблкил и выиграют. Натаху я вообще не видела. Да какой Натаха, вы что делаете? Блин, Антох, нахера ты вбрасываешь про Натаху-то? Надо Вику в размен, Вику в размен надо забрасывать тогда, бля. Надо, жмите кнопку. Жмите, а как же жать кнопку-то? Я предлагаю Вику выводить за ангаром туда же. Вы можете. Но я не Амонгус. Не-не, вот когда она говорит, вы можете, но я не Амонгус, значит, что вы правы абсолютно точно. Я сама в себя проголосую, пожалуйста. Вы не правы. Так, Кейк, я жду объяснительную. Я принял облик Дмитрия Бейла, так что Кейк все правильно сказал. Что? А как тут можно принимать облик? Я дал инфу. Да, Кейк все правильно сказал, так что никаких объяснительных. Да что такое-то там?
Что? Ой, не знаю, я не знаю, что. Я не привык так часто быть богусом. Все, мы идем. Мы идем за тем, кто на камерах. Хватит унижать Бровяна. Почему он умирает каждую катку первой? Он на камере? Он на камере умер, да. Вот в момент, когда выключился свет, я бегала все время с Аркашей, и в момент, когда выключился свет, я его потеряла, побежала его искать, и думаю, вдруг он на камерах, но нашла там только труп. Я считаю, я что одна. Это Дмитрий Бейл. Боже. Мне кажется, намечается конфликт. У Дмитрия был шанс меня убить в электрощитовой, мы остались вдвоем, он меня не убил. Потому что он убил Бровяна. Почему Соф молчал? Я не молчала, нет. Софу выкидываем, ребят. Она молчала. Следим за хитрым Дмитрием Бейлом. Этим чертовым Амогусом. Короче, я хочу помашнить. Короче, Дмитрий. Да ты, сука, издеваешься. Смотри. Я понимаю, что это капец звучит душно, но мы все через это проходили. Короче, квест на загрузку длится ровно 8 секунд, Дмитрий. Так, ладно. И? Дмитрий, я стоял рядышком. Он секундомером стоял. Я уверен, мы это считал. Прости, мы все через это проходили. Ладно. 12,5 секунд. Но если ты... облажался, вот потом твое лицо, пожалуйста, в клипе мне в чат. Он тверкает тебе на стриме. Что? Да как он тверкает? Он витубер. Кто? Дмитрий, а что, 12 секунд в итоге закачивал? Да я хер его знает, я даже не засекал. Дмитрий, прости. Все через это прошли. Все. Теперь я буду мирный до конца игры вообще. Теперь пусть Жуз сделает грязь. 12 seconds later. Что тут? Ах ты свинья, орк, ах ты свинья. С реактора вниз побежали Вика, Дэвид и кто-то еще. По-моему, это Джуз. А вы что меня выкинули? Я даже не увидел этого, я на карте смотрел. Потому что они не скипнули. Я воздержалась. А, блин, ладно. Если вы мертвые, делайте квесты. Да хер раз два я буду вам квесты делать, понятно? О, нет. Ой, он хочет меня убить, я чувствую. Гребаный Джуз. Почему он ничего не сделал? О боже. Я починил свет, открываю и репорчу. А ты убил Антоху. Я починил свет. Фу. Ты убил Антоху на моих глазах. Кто свет починил сейчас? Почему Антоха мертва? У меня еще, понимаешь, вижен расширялся в этот момент. Я даже увидеть никого не успел. Я даже не знал, что ты там рядом. Поверьте, поверьте мне. Типичная вилка, когда орк и кто-то еще. А кто второй Амогус? Второй Амогус — это тот, кто нихера не сделал за всю игру. Там Бьорнчик подрубил стрим же. О, давайте Бьорнчика первым убивать теперь. Привет, ребят. Ой, он что, это слышал? Да, орк, я это слышал. Кстати, Аркадий, а что с лицом-то? Черт. Я почти смог. Ну я все сделал правильно, Дмитрий Бейл. Не, ну ты-то сделал правильно. Базару ноль, но. Но не стыдно ли тебе 8 секунд предъявлять новичку, который даже третий левел не апнул? Да стыдно, Дмитрий. День меня, это что, какое-то проклятие? Я бью апку. Смотрите. Короче, величайшая острота, величайшая нахрен. One hour later. Блин, не получается пока, но скоро получится, и вы увидите, что это величайшая острота. Two hours later. Давид, твою мать, пробеги сюда! Ты что за человек? Three hours later. Чёртов Давид, ладно, он испортил величайшую остроту. Да, бегу сверху, вижу коричневый труп. Еще сверху двое ребят справа бежали. Я не посмотрел на никнеймы. О нет, он спалился, что свет горел. Из-за домина шел в склад?
Там орк пробегал только что. Ага! Ага! Опять орк пробегал. Что? Пробегал! Бывало, пробегал. Я ничего не видел, света не было. Алло. В стиле Аркадия убить Антошу, поэтому я думаю, что это да, Аркадий, скорее всего. Отличный довод. Но вас не смутило, что Бьорн сказал, что он видел двух, когда был выключен свет. Никого это не смутило. В смысле, да, двое чуваков шли справа коричневому трупу. Был выключен свет, я не понимаю, почему вы на это не обращаете внимания, какие же вы шизы. Дим, доволен, да, теперь? Да, я доволен, спасибо, ребят, можете выкидывать, я есть еще готов. Бля, ну это жесть, я хуй знает, что делать. Я не мог. Я квесты сейчас доделаю, только у меня, мне кажется. Ясно. Это мистер Бьорн. А, ну, кстати, он говорил то, что в темноте орк тогда хорошо вкинул то, что убили. А, теперь мы будем слушать. А может, это на так надет до того, как вы выкидываете того, кто вам вкинул величайшие аргументы, которые доходят до вас через 6 раундов. Очевидно, орк был одним из мафов. Зачем ему было под меня что-то вкидывать? Объясни, пожалуйста. Бьорн увидел, что люди идут прямиком на труп, и он такой: о нет, они меня увидят. Но они не увидят тебя, Бьорн, свет-то выключен. Да. Да. Я вот просто, понимаете, я им вываливаю нахрен аргументуру, вот такую вот аргументуру, мешок нахер. Им похер, им похер. Амогуст со стажем. Я когда гашу свет, я уже отыгрываю сразу. Вообще капец. Я понимаю, что я Амогуст, но ситуация это не располагала к моему кику. Орк, зачем ты под меня копал? Ужас. А зачем ты зарепортил труп в темноте, Бьорн? Объясни, пожалуйста, его никто не видел. Ты зачем подходишь и репортишь его? Что ты делаешь? Че какой-то белый? Бьорн, отдай мой цвет. А нет, все, пока вот с Викой договаривайся, будет у меня коричневый. У тебя Вика, ну-ка, бля, быстро поменял цвет. Ты че, ну, я тебя давлю авторитетом, Вика, ну-ка быстро, ну-ка быстро. В жопе ковырялся, сидел, вот и цвет профукал. В жопе ковырял, я вылетел, ёкарный бабай. Это ты в моей жопе. Нет, наоборот. Ты в моей жопе! Боже, нет. Блять, плохо получил. Так, ладно, все, потом разберемся. Да что такое-то? Да, а почему Натаха не починила два? Мне интересно. А меня не было рядом. Ты только что оттуда выбежал. Вот прям от сломанного О2 ты убежал и не починил. Подождите, а куда Бровян ты делся? Я тихонько убивался. Ты молчал, типа, все время? Конечно, я вообще никого не убил. О, я не Амогус. Так, отлично. Софа Натаха Антоха. Софа Натаха Антоха. А вдруг Антоха Амогус хочет убить меня, потому что Софа АФК. Смотри, Аркаш, смотри. Да почему никто не смотрит? О нет, я сейчас попадусь на то, что я хотел провернуть, но немножко по-иному. Я не знаю, что это был за гигамув, конечно, но, вероятно, мистер Кека просто смотрел только на свои красивые ноги и не смотрел, что вокруг, потому что буквально на глазах он убивает Аркадия. Все просто, значит, это этот, как его, транс. А, я забываю про мимика, тупо, если, ну, ты не настолько, да, глуп, мне кажется. Да нет, это, о боже, Антох, ну это же двойной блеф, он прикинулся мимиком, он сделал вид, что он мимик, Антох, ну что с тобой? Такая очевидная херня, Антошка повелась. Кого не? Ну типа это рели гигамов. Странно в лобовую при всех убивать. Так нет, это элементарно. Так, хорошо, сейчас я вам объясню. Сейчас. Алгоритм поведения. Значит, почему сейчас не кикнули кейка? Потому что, смотрите, if name равно org, то kick else, понимаете, skip. Вот. И сейчас вы смотрите вот по этому алгоритму. Так, какое у нас имя? Кейк. Значит, что? Skip. Кека и Бьорн!
дальше. Ребята, вы сейчас с ума сойдете. Я видел, как Ека и Бьорн убили. Я Софи верю, и у меня все влетает в Бьорна пока. Мы бежали гуськом ровным вниз. Я развернулся, и там Софа с Бьорном убивают Бровина и еще кого-то. Нет, а на Кейка я вам уже говорила. Это да, гигамува да. получается. Кейк за мной бегал и пытался меня убить. И я свидетель того, что он убил в прошлый раз. Давайте его выкинем. А почему прости, я не убил? Потому что меня не догнал, ты забил и развернулся. Это был гигамув! Да, Антош. Глазам надо верить. Ну я не подумала, что он настолько глупик. Да, и если умираете, делайте квесты за призраков, потому что призрак... Да-да-да, ну сори, Антош, я отвлекся. Так это правило не помогает. В основном вывозится на болтовне, в основном, погнали на квест. Неправда. Неправда, мы победим сейчас за счет квестов. Ни разу еще такого не было. Сейчас будет скрин. Я побежал делать квест. Мне насрать, я не буду следить за игрой. Мне похер, я сделал все квесты. Забегая в электрощит, и там лежит. Я поняла, вас всех там не было? Нет, послушайте. Значит, там был Дмитрий Бэйл. Вот и нет, выкуси. Тогда это Софика. Я сделала задание. Нет, я сделала задание в электрощитовой и пошла в столовую. Какое у тебя задание в столовой было? Склад, когда ты шла. Какое было задание в столовой? Справа было, там наверху. Какое? Там документы. Там листья. Понятно. Душные ублюдки, а? Задушили, сволочи. Он опять это делает. А, квесты, точно. Мне похер. Убили и похер вообще, насрать. Убили, я делаю квесты. Дайте я быстренько, это точно Кекс. Я видел Кекса на камерах, на одной камере он его убил, а на другой камере он вылез, блядь, с канализации. Я делал все квесты, чтобы мы выиграли по квестам. Я все квесты сделал. Но они опять выиграют голосованием и дедукцией своей.